Короче, я пришел сюда, а тут запуск башни глаза 2 лежит. Это знаете, как я пришел? Я сюда из торгового центра пришел. Аркология, торговый центр. Там есть переход, я сюда прихожу, а тут вот эта вот фигня лежит. Зашибись. И теперь этот лифт, собственно, работает. Ну и посмотрим, куда это приедет. Вот эта башня как раз и не включена для глаз. Потому что когда подходишь ко второму глазу, он говорит: башня 2 не активирована, бла-бла-бла. Итак, и чё? Да, хватит лагать, алё. Ну, вот сюда. Не понял сейчас. Я пришел из торгового центра, который ниже. И пропуск лежал на нижнем уровне, и лифт стоял там. И я его теперь активировал. И он теперь поднялся меня вот сюда, где было неактивно. И что, теперь вот это вот нажмешь и все? Или что? Ага, а вот и башня поднялась, да? Понял. Теперь понял. Ну, теперь все ясно. Теперь понятно. Ну, теперь понятно. Теперь надо глаза эти активировать. Ну, я, конечно же, еще раз сюда схожу. Посмотрим. Ну, что-то еще не все. Лифт приехал сверху, если что. То есть сначала, короче, башня поднялась вместе с лифтом, и теперь лифт поднимает как бы еще уровнем выше. Хрена себе, они заморочили. Так, я хочет лагать. Это куда ведет? Никуда. Так, чё, куда? Куда я прибыл? Обозначьте меня месторасположение, пляс. Так, тут лестница какая-то. Ага. Здесь разлом. Хорошо. И что это за разлом? Как называется? Дверь в лачугу. Охренеть. Еще одна дверь. Ой, блин, так, ладно, пойду сначала. Хотя, пришел уж. Дверь в лачугу. Нормально. Это ничего, блин, охренеть, тут, конечно, заморочек. Бежать кто будет, а? Чувак, беги, а?
Мордочку показал свою, алё. Так, что тут? Секретики нет? Просто замануха. Бывает. На столбах я на одном столбе нашел кнопку в этой игре. Прихожу в столбы, осматриваю. Вдруг что? Да откуда у вас столько тут, а? Зачем? Жирный. Опять два. Два пути, как обычно. Но там лут. Поэтому я сюда пойду. Модель орудийный проводник. Ага. Так, ну тут. Тут явная секретка. Это даже без ладони ясно. Модуль мышления. Глаз нашел. Надо записать. Схема С, глаз 20. Так, схема С, глаз 4. Схема С, глаз 4. А, ну все, у меня все глаза есть. Схема С, глаз 4. Все глаза есть. Осталось только активировать башни. Так, куда я шел? Рос. Что-то еще, да, есть. Почему рыбы красные стали? Инъекция против радиации, но это у меня уже есть. Так, мне говорит модуль мышления дали. Модуль. А где он? Здесь. Модуль мышления. А, ну это у меня тоже уже есть. Так, что тут? Нет ничего. Или я опять что-нибудь не вижу. Ладно, будем считать, что нет. Так. Что тут? Что за метка? Изучить. Она ставит, блин. Рук своих. Мешает пока. Ай-яй. Похоже на лифт. Верно? Тут в чем? Не
Не пораскипать бы тут. Блин, это я сейчас только эту башню нашел. Офигеть. Я же говорю, я уже до лазбосса дошел и даже уже его победил. И уже игра закончилась. Я бэксейв врубил. И продолжаю. Не, ну я понимаю, что я там башню не открыл. Ой-ой-ой. Про башню-то я, да, я в курсе. Я ни одной световой стены не открыл еще. Но я, собственно, их и не открыл, потому что у меня не все коды. Я не все коды нашел. Сколько вас? Ну, теперь у меня все коды есть. И, собственно, можно идти открывать световые стены. Ба, это что, босс? Лол. Нифига. Все, готово. Урон я нанес сколько, видели? Западный мост. Ага, он еще и от него еще и перемещаться можно. То есть он сразу активированный. Ну кай. Кто там каркал? Мантия писаря. Не показалось ли, кто-то пробежал? Глюки уже на от этой игры. Ты как туда залез, алё? Еще и стреляет, а видели? Подлец. Это зачем? Я отсюда снять. Бесполезный. Ай! Эй, на башке. В прыжке по башке тебе, на. И зачем это? Так просто. Что за странная лампочка? Я таких раньше не видел. Ну тут неинтересно, дайте что-нибудь сделать. А кто еще стреляет? О, какой-то хрен заспавнился. Откуда ты взялся, дружочек? Сейчас со всех сторон как-то навыскакивает.